Привет, зритель! А счастье ждет уход на январь. И сегодня у нас 26 декабря вечер. Короче говоря, если ты смотрел «Пустые баночки», то ты теперь в курсе, что мне случилось так, что не случилось шампуня. Ну, во-первых, я не купила. Во-вторых, чтоб по 100 раз не повторять, посмотри «Пустые баночки» декабря 2020 года. Но у меня случилось два мыла. У меня как бы случилось мыло само по себе, и оно даже уже открытое. «Палмолив Натурель». Роскошная мягкость с экстрактом орхидеи и молочка с увлажняющими компонентами. Это упаковочка от него, потому что мыло уже юзается. Мне как-то лень его тащить сюда. Ну, вот такая вот, тут 90 грамм даже. И после вскрытия 36 месяцев это мыло живет. Вот такое вот мыло. Значит, а это у меня все еще живо мыло, это от подписчицы Лёли. Она какое-то очень огромное мыло, не знаю, сколько тут грамм. Тут, по-моему, тут 200 грамм вообще было. Мыло туалетное, твердое, детское, с экстрактом череды. Вот такое вот большое мыло. Но у меня там все еще лежит. Я им планирую мыть волосы, потому что оно как бы детское мыло. А у меня волосы как-то слегка страдать стали внезапно. Ну, может быть, я еще сооружу себе какой-нибудь шампунь имени меня на мыльной основе и там всяких травах и растениях. Но пока вот решила остановиться на детском мыле и ополаскивателе там с каким-нибудь эфирным маслом или с каким-нибудь опять отваром растений. И, в общем, у меня бальзамов для губ в виде флакончика, тюбичка такого, больше нет. Но у меня есть бочоночек Oriflame Sweden Tender Care. По-моему, я даже уже не помню, с чем это. Может быть, он с розой. Тут нигде вообще что-нибудь где-нибудь написано. Как понять, кто это? В общем, этот бальзамчик мне дарила подписчица Лёлечка. И уже, в общем, довольно прилично давно. Он у нас сроком до февраля 2021 года внезапно. Давненько он у меня стоит в запасах-то. Но я его, думаю, успею уделать, потому что что, в принципе, до февраля там этот на целый месяц, учитывая, что я его как бальзам хочу юзать. Ну, а его еще же этот такой классический бочоночек, вот он, который можно ногти удобрить. У меня как раз кокосовое это масло местами где-то есть. Масло какао закончилось, опять же, ссылка к пустым баночкам. Можно локоточки помазать, можно там пяточки, можно еще что-нибудь помазать. Но по большей части этот... Как бальзам для губ. По-моему, это малина, потому что он пахнет малиной. Вообще сладенькой такой малиной. Честно, я не знаю вообще, как вот у них вот эти, какие бочоночки были с малиной или нет, или просто для меня оно пахнет малиной. В общем, Лёля, если ты помнишь, чем оно, напиши в комментах. Будь другом, как бы у меня этот... Бабушка бы сказала, или дедушка. Но это такое семейное их выражение, их молодости. О чем-нибудь просят, там, будь другом. Короче, сделай вот то и то. Потому что так клево пахнет. Он у меня стоял в запасах, чисто потому, что у меня было много других бальзамчиков. В общем, он у меня уйдет. Я думаю, к февралю-то он точно уйдет. Что тут у нас? Может, написано, кто это? С каким-то маслом. Да, походу дела, это с маслом этой малины или что-то в этом роде. Кранбери. Я забыла. Кранбери это кто, малина или не малина? Что-то не вижу, что тут нарисовано еще. В общем, спасибо, Лёлечка, за подарок. Наконец-то он дожил до того момента, когда я им буду пользоваться. Тут что-то еще на коробочке написано. Ну, фиг знает, что написано. Короче, в общем, вот. Он у меня будет на январь. Я случайно на мышку ткнулась. У меня тут в монтажке стоит как раз это... Пустая баночка на этот самый, за этот месяц. У меня переходит в уход на январь замечательный крем Green Mama, ночной крем для лица, чистая кожа, пионы чака, чистая масса карите, 100 мл, изначальный объем. Он, ну как бы, я ему пользовала несколько дней в декабре, по вечерам. Иногда даже пользовала как крем для рук. Хороший очень крем, экономичный. Раньше мне этого тюбика хватало на целый год, при том, что я каждый день им пользовалась. Сейчас я стабильно про него забываю.
Ну, у него вроде как еще срок-то когда? Вон, он вообще до мая 21 года. Ну, до мая 21 года, я надеюсь, я его уделаю. Так. Я, по-моему, его не заявляла на декабрь в уходе, но я им внезапно пользовалась и решила, что надо его обозреть на уход января, мало ли что. Я им как крем для рук пользовалась, я им мазала там какие-то прокраснения, если чего-то мне в гости пришел человек, чаю принес химического с пальмом масла или еще что-нибудь, и я специально так сказала, с пальмом масла. Если вдруг что, и, короче говоря, какая-то сыпь попадала, я им мазала, он меня спасал. Детский крем с чередой Green Mama 170 мл, очень хороший объем. Отличный крем, мне очень нравится у них вот этот детский кремик, у него очень хороший состав. И 6 месяцев после вскрытия, но он давно уже вскрыт, и с ним пока что все нормально. Отличный крем, у него вот такой хороший дозатор, тут маленькая такая дырочка, он когда-то был зафольгирован даже. Я считаю, что он оправдывает свою цену, там 300 с чем-то он стоит на сайте. И когда он у меня закончится, я его снова приобрету. Пока прикрою, а то я тут что-то на мышку падаю, она у меня шевелится, делает то, что не надо. У меня, я, кстати, принимала пену, в декабре делала ванну с пеной. Это подарок от подписчицы Лёли. Эйвен, роскошные цветы, пена для ванн 500 мл. В общем, мне очень нравится пена для ванн от Эйвен вот в таких флакончиках. Мало того, что они хорошие пены, так она еще и вкусно пахнет. И вообще. Если вы любите ванны с пеной, я вам советую пены от Avon для ванн, если вы еще не пробовали. А если вы пробовали пены для ванн от Avon, но такую еще не пробовали, то такую вам тоже советую. Спасибо Лёлечке, очень мне нравится. Она у меня идет на январь. Может быть, год в пустых баночках, может и нет. Вот это тоже от подписчицы Лёлечки. Когда-то она мне дарила. Я не знаю, сколько тут осталось. Сейчас мне показалось, будто бы вот столько тут. Но иногда вот видно в таких флакончиках, вот на определенный луч света упадет с потолка луч света, да, с лампочки, и увидится. Я им пользовалась в этот месяц даже довольно часто. Ну, конечно, неполноценно. Вот у меня иногда после душа чувствовалась эта такая стянутость кожи местами или еще что-то. Это на Avon Care тонус с ароматом банана, лосьон для тела, для всех типов кожи, 400 мл, очень классно, и пахнет бананом, и вообще мне нравятся лосьоны от Avon Care, вот этой серии, очень классные, и он экономичный, я не знаю, когда он закончится, у меня еще вот 750 мл, и тоже Avon Care есть, в прошлом году мне на Новый год мамина подруга дарила, даже его еще не открывала, вообще от Лёлечки у меня очень много всяких бальзамчиков для тела. Когда закончится крем для рук, я буду пользоваться бальзамом для тела, для ног. Кстати, иногда я им пользовалась, ну, забывала, что у меня стоит под видом, под рядом, вообще под носом этот крем для ног. Я пользовалась им как кремом для ног, очень классный. Спасибо, Лёля, если он еще время продается, я вам такой советую. И да, он у меня еще, я его еще успею делать. Он вообще до марта 22 года. Я надеюсь, до марта 22 года он закончится. Так, ну я потому что пользуюсь, не каждый вот вышел из душа, если кожа нормальная, то зачем ее мазать, а именно когда она сухая. У него был колпачок, 2 дня назад я обнаружила, что колпачка нет. Он мне как-то неудачно упал благодаря одному животному, 4-ногому, с хвостатом и с ушами, ну коту, короче. И колпачок отпрыгнул, я так поняла, что колпачком мы поиграли. И где этот колпачок, я без понятия, но оно без колпачка, в принципе, нормально, хотя мне удобнее было с колпачком. Это Green Mama крем для ног, 24 часа уход. Очень хороший крем, 200 мл, очень экономичный. Тут чуть больше половины, ну, можно сказать, 3/5 еще осталось. Я думаю, он, может быть, даже до середины весны еще будет у меня в уходе. Очень классно, буквально вот 3 пшика надо на руку. О, теперь придется это в руку втирать, потому что на ногах у меня носочки. Есть такой же в Green Mama в формате... такого же, только для рук, но я такой, когда заказывала для ног, для рук не было в наличии. Соответственно, я не знаю, как он для ног, для рук, но вот этот мне очень нравится, он хорошо увлажняет. Так, не смотри, зритель, что оно наполовину пустое, я его когда-то отливала в свой уход на лето этого года в деревню. И вот то, что осталось, это Green Mama, формула тайги, сливки косметические для снятия макияжа, череда и курения дуванчика. 170 мл.
Мне не очень нравится. Мне они даже больше нравятся, чем то молочко, которое у меня 300 лет было и наконец-то закончилось, и было в пустых баночках в декабре. Опять отсылка к этому предыдущему ролику. Я даже ссылку в ролике в этом ставлю на то видео, когда уже на канал зальется. Короче, я ими пользуюсь, вот именно такими покупаю стабильно. Ну, какое-то время не покупала, но стабильно покупаю. Если покупаю, то вот уже с 2011 года, как с мамой знакома, очень хорошие. Хорошо удаляет макияж. Ну, я как бы суперстойким не пользовалась. У меня был какие-то пара помад, которые суперстойкие, но действительно удаляют. Я пользуюсь в основном помадами. Блесками для губ там или иногда гигиеничками. Иногда бывают такие гигиенические помады или бальзамы для губ бесцветные, которые ощущаешь иногда на губах, иногда не ощущаешь, иногда ощущаешь, я смываю его. Я решила, что у меня в этот раз пенки для обмывания не будет, потому что ту, которую я заявляла от Avon K, от Лёлечки, я почти не пользовалась в декабре, я пользовалась скрабиком или молочком вот для снятия макияжа. Я решила, что пока вот эти сливки буду уделывать, а потом уже пенку, потому что у меня как-то не получается сразу и то, и другое использовать. Да, зритель, я умываюсь по большей части без всякого мыла. Скрабиком только когда вспомню или когда вот мне удобнее им внезапно вот смыть. Посмотреть, смывает ли он помаду. Смывает. К нему сейчас тоже рука потянется. Короче, в общем, очень классные сливки. Экономичные, хорошие, я вам советую. И у меня они на уход января идут. Ой, вот тоже Green Mama, но у меня тут немного такое попачканное в мыльных разводах. Green Mama крем эксфолиант для лица 2 в 1. Микронизированная кукурузная пудра с аллантоином, окопником и расторопшей. 0% минерального масла, силиконов и красителей. Крем эксфолиант. Green Mama это вот у них, ну как бы вот этот крем... Это предпоследняя новинка, там еще какие-то новинки, но я их не покупала. Мне, в принципе, ну, в тех новинках мне ничего не надо. Потом вот эта вот новинка, он вышел раньше, чем вот серия вот этого крема по 200 мл такой вот штучкой. В таком же дизайне есть какие-то патчи для глаз, но так как я без понятия, что с этими патчами делать, то я не, ну, как бы не пользовалась, может быть, потому что мне не надо, поэтому я и не знаю, что с этим делать. Я в основном его использую как вот скрабик такой. Нанес, помассировал, оставил там буквально на минуту-две и смыл. Ну, а иногда вот как скрабик для губ смыть вот эту помаду какую-нибудь. Тут 100 мл. Довольно экономичный. Ну и как его можно использовать 2-3 раза в неделю, как для очищения кожи. Наставить на 5-10 минут, это если маску, допустим. Ну или, допустим, каждый день использовать, чисто вот как легкий гамаш такой. Вот. Хорошая пенка такая. Ну, скрабик, можно сказать. Гамажик, маска, крем, маска, крем из вариант. Маска, гамаш. Так, тоже Green Mama. Крем для рук, крем для сухой кожи рук Green Mama. Масло календулы, масло смородины. 100 мл. Так как я по большей части в прошлом месяце пользовалась, ну вот, который сейчас еще идет, маслом какао косметическим этим, или в сумке носила с собой иногда, или тут, когда рядом стоял. Вот вчера им пользовалась, сегодня не могла найти, куда его дело, оказывается, положила на пианино. Он такой более плотной консистенции, но, знаете, он, в принципе, хорошо впитывается. Единственное, если у вас супер сухая кожа рук, вы ее дотянули до того состояния, что она вот прям трескается до крови, он вам уже не поможет. Я вам советую там какое-нибудь сливочное масло из козьих сливок, сливки, сметану, растительное масло какое-нибудь. Но не это. И то, что вот к чему сейчас у меня пойдет там этот разжевал, он тоже хорошо заживляет, причем за 2-3 применения за сутки, все ништяк. Иногда даже одного хватает. А это вот просто для сухой кожи рук. Хорошая штука. Вот сейчас я тут поубиралась, хоть я и в перчатках стараюсь посуду мыть, и когда убиралась, я была в перчатках, но у меня местами, видимо, попадало что-то, и кожа на руках была вот в этих местах вообще такая, как в гусиную, не знаю, точку или в что-то такое, в пупырку, хрен знает, что такое. Не до крови, но шершавенькая. В принципе, он вот мне там за несколько применений, за 2-3 дня, он мне как-то ее тоже более-менее нормально делал. Ну, по крайней мере, она лучше выглядит, чем была. Хороший крем, короче, экономичный.
Раз я про него заговорила, это мне присылала MyIndia на обзор. Такое можно купить на Wildberries. Я не буду отдельно его рекламить. Есть отдельный ролик, если хотите, посмотрите. Но отдельный плейлист MyIndia. Ссылочка будет в ролике на этот плейлист. Ну и если вы хотите сделать на заказ на MyIndia, вот именно не с Wildberries заказывать, а чуть-чуть подождать из Индии. Насколько мне известно, там уже открыли границы. И теперь доставка намного быстрее, то... Минимальный заказ там, по-моему, 999 рублей, а маленькая скидочка в 6% по коду IVForever сделает ваш заказ еще более выгодным. Короче, вот эту штуку можно купить и на Wildberries, и у них на сайте. На сайте, соответственно, он стоит дешевле, чем на Wildberries. Это у нас Skylab G1. У меня было 30 мл, 60 мл, две баночки, вот 30 я отдала родственникам. Тетя в восторге у меня, что там действительно от ожогов помогает, от маленьких, от всякой фигни. Запах у него, конечно, специфический, но это уходовое средство, почему я его показываю. Его можно использовать вечером, лучше вечером, как крем для лица. Оно жирное, но оно впитывается, никакой жирной пленки не оставляет. Его можно использовать как крем для рук или как крем для ног, или там можно даже при желании для тела, оно очень экономичное. Единственное, если ногти у вас длинные, то забирать неудобно, я его кончиком ложки достаю, потому что у меня часть остается под ногтями и неудобно доставать. И, ну, быстро впитывается, втирать его не надо так усиленно, допустим, как какой-нибудь крем для рук, оно само впитается хорошо. Я решила, что оно у меня идет на январь уход, потому что иногда я вот чувствую, что кожа, ну, не особо такая, какая-то суховатая или жирноватая, или что-то в этом роде, ну, какая-то не ахти. Я его чуть-чуть нанесу на кожу, оно впитается, и вообще все ништяк. Skylab G1, производство Индия. Так, опять же Индия. Это у меня из первого сотрудничества, у меня было два сотрудничества, зрители. Это же у нас практически декабрь, да, конец этого года, я немножко порекламлю, да, поделюсь радостью. Это не к тому, чтобы вот завидуйте мне или я там хвастаюсь, но круто, вот в начале года я сотрудничала дважды с Backdraft, это отличная компания, у меня в принципе сейчас уже ничего, а нет, от Backdraft у меня есть этот спрей, их было три штуки, у меня два родственников случилось так, а один у меня, потому что мне одного хватило на дольше, чем моей тете, одного и второй она сейчас использует. И про Биодерм у них марк, ну как бы линия косметики, и вот на MyIndia тоже два раза, в принципе, получилось в начале года и в конце года с другой компанией два раза посотрудничать. Обе замечательные компании, ну там как бы магазин MyIndia. Это я заказ, ну выбирала на заказ, соответственно, на обзор. Это, соответственно, бесплатно совершенно, спасибо за это MyIndia. Я выбирала зубную пасту себе детскую. Ну кто до сих пор еще не в курсе, у меня молочные зубы, их 27, и где-то вот 4 уже поменялось, а так конкретно. И сколько-то там, может, 2 или 3,5 в процессе. Я не знаю, когда они вырастут, но вот как факт. Если кто-то до сих пор в это не верит, то вот у меня это по женской линии, по линии дедушки. Дедушка, в общем, как бы по линии отца моей мамы, по его женской линии. Там у него то ли бабушка, то ли прабабушка, у нее зубы менялись 3 раза за жизнь, так как прямо у акулы. У меня вот молочные. По большей части. Короче, так как у меня зубы молочные, то я выбирала зубную пасту для детей. У детей ведь молочная, да, это Dental Canti Junior. Dental Cream Junior. Патанджали. Я не знаю, правильно ли я прочитала, я не сильна в индийском, я вообще его как бы не знаю. Я знаю, что у них какой-то есть намасте или намасте, но что такое, я так поняла, что это, видимо, здравствуйте, или как-то так. Короче, очень хорошая паста. Тут, по-моему, да, тут 100 грамм. У меня коробочка от нее убрана. Потом, когда закончится, будет в пустых баночках вместе с коробочкой. Вот столько я за месяц уделала. Можно вот буквально с половинку вот этого ногтя. Можно чуть побольше. Иногда у меня больше выдавливалось. Вообще вот, ну как бы, как вот детям маленьким вот горошинку такую выдавливают на зубную щетку. И даже вот с половинку ногтя очень хорошо чистит, пенится, очищает зубную эмаль, вообще полость. Да? Очень экономичная. Оно у меня идет на январь. Я думаю, что может еще месяца на два ее хватит. Очень классная. Спасибо MyIndia за предоставленный продукт. И... вам такую штуку советую. Можете заказать на MyIndia. Я, честно, не помню, сколько она стоила. И этот самый, может еще где-то это видится. Ну, там вообще как бы это зубная паста, рассчитанная на экспорт внутри страны, все товары MyIndia.
Так что, скорее всего, только на сайте MyIndia можно заказать. Ну, вообще, я как бы сейчас с телефона могу глянуть. У меня там было приложение. Пока оно грузится, я вам достану еще одну баночку. Это русская фирма «Секрет Ботаника», алоэ вера 95%, увлажняющий гель для лица и тела, увлажнение, регенерация, гладкость кожи. Содержит алоэ вера 250 мл. У меня тут, благодаря тому, что я его пару раз использовала, один раз использовала чисто как маску для волос, а потом смывала и окачивала, потому что волосы были настолько сухие и спутанные, что вообще трындец было, мне еще и сыпались как раз, страшно было их даже расчесывать. А второй раз я просто наносила немножко на расческу и расчесывала уже полувлажные волосы. И тут у меня, ну, приличненько так ушло. Тут где-то, наверное, 1/4 осталось. Я надеюсь, на январь мне этого хватит. Но у меня идет на январь. Ну, не надо, наверное, говорить, ну, вдруг кто в танке, что алоэ вера – это универсальное средство. Даже если у вас есть перхоть, то можете вот немножко помазать волосы, там, втереть в корни головы или просто нанести на волосы, оставить на 10 минут и смыть водой. Можно использовать как просто вот бальзам для волос. Я после того, как расчесываю, я не смываю. Вот вместо как вот бывает масло для волос, да, вот то же самое. И волосы не спутываются, оно впитывается все хорошо против ожогов, как крем для лица. Я его использую в основном как лосьон для лица, ну вот лицо протирать, как тоник даже для лица. Иногда как крем для рук. Иногда просто вот кожа сухая, и у меня он под рукой ближе, чем, допустим, вот это вот средство от Лёлечки, от Avon Care. И тоже отлично вообще справляется. Если вас укусила пчела, вы достали жало, чтобы не было опухоли, если у вас рука, допустим, ну, в смысле, вы опухаете после ужала, укуса пчелы или осы, или вот, вот этих пчелообразных, то намазали, я на себе проверила в этом году, и никакой опухоли, жжения там или зуда нет. После укусов комаров то же самое, очень-очень классное такое средство. Я так поняла, что, в принципе, оно без разницы, какая фирма, вот русская фирма «Секрет Ботаник», корейская там или еще какая-нибудь. Так, мои заказы. Подробнее. Цены, может, там рубля 2-3 отличаться могут быть. Ну вот она стоила 254 рубля. Dental Candy Junior, детская зубная паста, 100 грамм. Сейчас вот на сам сайт перейду. Сейчас она стоит 250 рублей. Вот. Паста. Так что, если хотите, можете сделать заказ. Ну и опять напомню промокод на скидку в 6% Ivy Forever. Ссылка в инфобоксе на этот сайт есть теперь под каждым роликом, практически под каждым новым роликом. И как раз там информация по поводу кода. И да, у них вот тут можно заказать, если сразу две заказываете, то каждая паста будет 242 рубля, 3% скидка. Короче, помимо скидок самого сайта, у вас еще будет скидка по моему купону. Он много-много разовый, бесконечный, можете хоть каждый раз использовать. Ну, короче, сколько раз заказываете на этом сайте, каждый раз используйте этот промокод Ivy Forever, и вам на каждый заказ будет 6% скидка. Так, и это у нас Avon Care увлажняющий гель для душа с маслом авокадо 400 мл. Это подарок от подписчицы Лёли. Он у меня был на декабрь. Я что-то подумала, что 400 мл у меня за месяц уйдут. Он очень экономичный на самом деле. Я думаю, что мне на январь его еще, ну, как бы на январь я его заявляю. На январь мне его хватит. Вряд ли, конечно, хватит на февраль. Может быть, чуть-чуть останется на февраль. На февраль будет там два каких-нибудь геля для душа. Этот и следующий. Тоже от подписчицы Лёли. У меня там в запасах от Лёлечки подарочки. Приятно пахнет, но внезапно вот для меня он в душе раскрывается. Так вот просто пахнет. Я не знаю, мне кажется, не авокадо. Или я авокадо просто не нюхала, когда его ем. Короче, в душе он для меня раскрывается. Вот были такие гели для душа от Ифраше с миндалем. Гель для душа и масло для душа с миндалем или что-то такое. В общем, вот пахнет для меня миндалем, чем-то таким ореховым. Авокадо я там не чувствую. Очень хороший
По большей части кожу не сушат. У меня иногда бывает, там вот спина сохнет. Не знаю почему. У меня все нормально, только спина сохнет. Или ниже колена ноги сохнут, или руки там до локтя, или как-то одна рука кожа стягивается, другая нет. Чем сразу вообще без понятия. Но очень экономично, совсем чуть-чуть надо. Не то чтобы такую супер пену дает, но хорошо мылится. Мылится хорошо, пену такую, вот если вы любите пену такую, супер пену, то используйте вот эту пену для ванн, как и для душа. Вот хорошая пена. Здесь он мягкая такая влажная, ну, не то что влажная, такая мягкая белая пена, легкая очень, вот именно как вот, допустим, и фрашевские масла для душа, там не было именно такой пены, но хорошо мылилась, вот вообще один практически в один, очень классная штука. Думаю, то у меня все, наверное, ничего вроде не забыла на уход января, если что вдруг забыла, пардон. Извините, ткните меня в комментах, чтобы я на следующий месяц сделала себе список, чего точно не забыть. Всем спасибо за просмотр. Если вы чем-то подобным пользуетесь, оно вам нравится, либо вы пользуетесь чем-то другим и хотите мне посоветовать, буду рада почитать в комментариях. Всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.